Сегодня прекращаются поставки бананов из Эквадора. Причиной стало выявление Россельхознадзором опасного карантинного вредителя многоядной мухи-горбатки, сообщает сайт службы. Ведомство попросило принять власти южноамериканской страны соответствующие меры в отношении организации с наибольшим числом нарушений. В рамках подготовки сегодня пройдет пресс-конференция, посвященная Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта. Она продлится с 9 по 18 февраля. Свердловская область станет первым регионом России, где пройдут соревнования. Также спортивные мероприятия запланированы в Челябинске, Тюмени и Краснодаре. В Красноярском крае для реабилитации пациентов после инсульта разработали тренажер, которому аналогов нет в стране. Проект реализован благодаря гранту от Министерства цифрового развития. Это манжета с датчиками и программным обеспечением с набором из 5 компьютерных игр, которые полностью подстраиваются под пациента. Новости коротко подготовил Сергей Калиник.